Гектор Леонардо Паэс Леон и Мара Фумагали стали победителями марафона на горных велосипедах в Доломитовых Альпах. Соревнования под названием «Геройские доломиты» называют самыми сложными в мире. И неспроста велосипедисты должны подняться в общей сложности на 4500 метров. Трасса протяженностью 86 километров пролегает на высотах до 2500 метров над уровнем моря. 4000 участников из 41 страны стартовали в долине деревни Сельва, находящейся на высоте более 1500 метров. 36-летний колумбийский велогонщик Паэс Леон финишировал с результатом 4 часа 30 минут 52 секунды, на 4 минуты опередив занявшего второе место швейцарца Урса Хубера. В женской гонке на 60 километров победу одержала итальянка Мара Фумагали, показав время 3 часа 54 минуты и 15 секунд.